Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши контрагенты. Это видео для контрагентов. Мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта под номером 2, юридическим лицам. И я хочу обратить ваше внимание, что лаборатория психологического обеспечения, как наша, так и другие, расположенные по разным областям и весям нашей необъятной Родины, работает в рамках приказа 749-Н, приказа Минздрава Российской Федерации, от 28.07.2020 года, номер 749-Н, об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психологических обследований. Никакого отношения приказ 29-Н, приказ Минздрава также 29-Н, давайте вот я его прям так напишу, приказ 29-Н, нажму Enter, и вот он у нас выскочил. От 28.01.2001 года, буквально вот совсем-совсем недавно он был принят, никакого отношения к психофизиологии не имеет. Мне лично раздаются десятки звонков. Давайте я вот так открою его. Консультанте плюс, он сразу высвечивается. Просьба к руководителям, организаторам от медицины внимательно читать те документы, которые вам спускаются из столицы нашей Родины, города Москвы. Соответственно, этот приказ предполагает, что врачи-офтальмологи должны проводить некую процедуру, которую почему-то по какой-то ошибке, какому-то абсурду назвали психофизиологической. Там замерение, рефлексометрия глазного дна. То есть там глаза меряют реакции зрачков на что-то. И ошибочно, вот реально десяток звонков был за последние несколько дней. На прошлой неделе люди звонят и говорят, окажите нам такую услугу дистанционно еще плюс ко всему. По поводу дистанционной я обязательно еще выскажусь. Но надо понимать, что сейчас речь идет о том, что 29Н никакого отношения к психофизиологии и лабораториям психофизиологического обеспечения, приказ вот это 29Н, не имеет. Речь идет об осмотре у врача-офтальмолога. И тем более дистанционно, я не думаю, что такую процедуру диагностики офтальмолог сможет провести. То есть парадоксальная ситуация, люди не разобравшись звонят мне и говорят, значит надо провести в соответствии с пунктом 4.1 вот это офтальмологическое исследование дистанционно. Ну, тут, то есть тут тройной какой-то бред, абсурд. Провести эту услугу дистанционно невозможно в принципе. И потом, самое главное, что я уже говорил, озвучивал, это не психофизиологическая процедура диагностики. Приказ 749-Н, о котором идет речь на нашем сайте, он действующий, да, то есть об утверждении требований к проведению медицинских осмотров и психологических обследований. В рамках него мы работаем. Мы можем предоставить, продать вам программное обеспечение, необходимое по этому приказу к проведению таких психологических обследований, а можем оказать эту услугой. Но только в рамках 749-Н, который требуется и Ростехнадзором, форма справки в этом приказе находится, которая в конечном итоге поставляется в Ростехнадзор для получения разрешений, лицензий и так далее. Что вам требуется, уважаемые коллеги, от медицины и от предприятий. То есть не путайте одно с другим. Это совершенно две разных вещи. 749-Н и 29-Н. Ростехнадзор работает по административному регламенту 623. И в рамках этого административного регламента он требует, чтобы проходили медицинские осмотры и психологические обследования. Но не по 29Н, а по 749Н приказу. И это надо понимать. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам